Молодежный фестиваль под девизом «Объединимся во имя процветания Родины», организованный совместно с Ташкентским областным хакимиатом и агентством по делам молодежи, стартовал в Государственном аграрном университете. Программа форума вобрала в себя проведение выставки научных разработок, встречу хакима с молодежью и другие активности, о которых более подробно далее. Обеспечение качественного образования представителям молодого поколения – один из главных приоритетов государственной политики нашей страны. Эта задача отражена и в реформах. Также ключевую роль в этом играет организация полноценного досуга. Фестиваль направлен на реализацию этих целей. В его рамках Ташкентский государственный аграрный университет запустил программу по ознакомлению с условиями, созданными для студентов. Всего свыше 300 представителей этой категории населения из 6 вузов приняли участие в мероприятии. Мы на этой выставке впервые. Мы молодой вуз, поэтому участвуем здесь в первый раз. Нам очень понравилось. Во-первых, территория этого вуза просто огромная. Обойти 23 гектара сложно. Мы посмотрели как на хранение фруктов, так и на УЗИ различных животных. Это очень интересно для нас, потому что мы, как представители горно-металлургической отрасли, с этим не сталкивались. Нам очень интересно участвовать на таких мероприятиях, потому что у нас есть возможность показать свои проекты, различные свои предложения. Благодаря этому мероприятию мы сегодня их и презентуем. Гости посетили также исследовательские лаборатории и ознакомились с деятельностью различных научных секций, действующих в УЗИ. На этом фестивале мы запланировали охватить молодежь в целях показать им правильный путь, поддержать их в разных сферах. Будь это та молодежь, которая хочет начать свой бизнес, те молодые люди, которые затрудняются на сегодняшний день найти работу по своей специальности или по своим интересам. У нас разработан такой план, то есть программа, по часам, то есть каждый день распределен по часам. Все участники этого фестиваля будут активно участвовать, и мы будем им помогать. И я надеюсь, что эта наша неделя, фестиваль молодежи, пройдет очень удачно. На выставке инновационных, образовательных и научно-практических разработок молодые ученые поделились со сверстниками опытом работы в различных областях. Дополнили программу тренинги на тему «Наука Узбекистана глазами молодежи». Далее была организована встреча с руководителями Ташкентской областной администрации с юношами и девушками. Во второй день фестиваля участники побывали на открытии спортивной площадки. В рамках мероприятия проводились соревнования. Также состоялась выставка изделий ремесленничества учащихся профессиональных и творческих школ. Ну а под занавес была организована концертная программа. Начинающие артисты исполнили творческие номера, а победители спортивных соревнований награждены памятными призами и грамотами. Фестиваль продлится до конца недели.